Серьезное правонарушение в условиях чрезвычайной ситуации совершил водитель внедорожника в Кустанайской области. Это случилось в окрестностях села Октябрьское Красовского района. На этой территории в связи с половодьем объявлен режим ЧС. Блокпост, выставленный из-за 600-метрового перелива дороги, ведущего к Молинской области, попытались объехать два человека, которые передвигались на внедорожниках Mitsubishi. Хотя движение было закрыто для всех видов транспорта. После затяжного спора один из водителей поехал на машине вперед, несмотря на то, что перед ней стояли полицейские. Рискуя жизнью, патрульные не отошли в сторону. В итоге водитель был наказан. Его действия оценили как неповиновение представителям власти, за что суд назначил ему 5 суток ареста. Другого жителя области ждет суд за фейк Каратамарского водохранилища. Наверное, ребята, мы приехали. Слезы Каратамарского водохранилища дали трещину. Сейчас мобилизуют людей, собирают людей туда. Эвакуируют Затоболовку 40 лет октября. Это уже, значит, мой магазин затопит. Это Затоболовка и Кустанай под воду уйдет. По информации МВД, за эту заведомо ложную информацию о трещине в Каратамарском водохранилище на жителя Кустаная собран административный материал, который направлен в суд. Сотрудники министерства отметили, что по закону совершение правонарушения в условиях чрезвычайной ситуации, как и в предыдущем случае, признается обстоятельством, отягчающим ответственности и наказания. Также усилена ответственность за нарушение правил несения службы по обеспечению безопасности. В подтопленных местах Кустаная полицейские несут службу круглосуточно. На пешее патрулирование территории, оказавшихся в воде, чтобы обеспечить сохранность имущества эвакуированных жителей, ежедневно заступают порядка 200 полицейских, военнослужащих и курсантов Академии МВД. Но кустанайские стражи порядка решили следить за оставленными домами и с воды. Вдоль реки Табон, где произошло потопление именно улиц, колесные ряды, теннисный корт, также садовод-дорожник, Мичуринец. После чего направляемся в сторону Мохито, будем осуществлять патрулирование, чтобы не было нападения, а также незаконного вторжения мародеров. Водным транспортом полицейских обеспечивают, а также помогают им в патрулировании сотрудники инспекции рыбного хозяйства. Виталий Луговской, РТН.